Столичных водителей предупредили о метели. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Центр организации дорожного движения в Твиттер сообщает о том, что москвичам рекомендуется пользоваться городским транспортом, чтобы на дорогах не возникло заторов из-за прогнозируемой метели. Она ожидается с порывами ветра до 17 метров в секунду. Отмечается, что на дорогах будет скользко, также рекомендуется не парковать автомобили под деревьями. Ранее сообщалось, что в среду в столице может выпасть около 2 сантиметров снега. Также желтый уровень погодной опасности был объявлен на 4 декабря из-за ветра. Пока у меня все, еще больше новостей из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!